Сегодня в столичном доме литератора у Союза письменников и деятелей культуры Китая и Белоруссии подписали погоднение об культурном обмене. У склад китайской делегации вошли письменники, мастаки и фотографы. Гостей принимало Минское областное отделение Союза письменников. Подчас визита в Беларусь китайская делегация больше глубоко познакомится с белорусской народной культурой, наведая столичные музеи и знаковые объекты города. Одним из пунктов нашего соглашения, которое будет подписано, является ежегодное планирование наших каких-то мероприятий, общих взаимодействия, обмен делегациями, переводческая деятельность, издательская какая-то деятельность совместных проектов. Мета нашага візіту – гэта замацаванне двухбаковага культурнага супрацоўніцтва. Сёння мы закладываем аснову для культурнага абмену нашых краін. У нас два розныя грамадствы, дзве розныя сістэмы. Але я лічу, што культура – гэта важны інструмент для развіцця ўзаемаадносін паміж двума народамі. У наступным годзе з візітам у Кітай адправяцца беларускія дзеячы культуры.